поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете Би-Интер сыграл в ничью с Барселоной. Каталонцы начали игру первым номером и могли забивать на 12-й минуте, когда Ханданович неудачно ввел мяч в игру руками, а Ракитич доставил мяч на линию штрафной, откуда и нанес удар Луис Суарес. Над перекладиной, чуть позже уругваец пытался перебросить вратаря, но не попал в створ ворот. Хорошие возможности были у Асамоа и Икарди. Однако подвела точность, под занавес тайма дальний удар нанес Каутинье, Ханданович достал мяч в нижнем углу ворот. Во втором тайме Политана и Каутинье проверили обоих вратарей. Но голы забили другие игроки. На 83-й минуте Деврей ошибся в центре поля. А партнеры по атаке Барселоны доставили мяч к штрафной на Малкома, бразилец нанес точный удар в дальний угол. Тем не менее, увести из Милана победу каталонцам было не суждено. На 87-й минуте Маура Икарди воспользовался отскоком и расстрелял ворота Барселоны, 1-1. Таким образом, на счету Барселоны 10 очков и первое место в группе. Интер отстает на 3 пункта и идет вторым.